стан от Санкинга. Темпларка хочет зарезать просто БХ, сейвит Оракл Баунти Хантера. Кидает Сюркен, Сюркен убивает в итоге Квапу, также взрывается просто БХ, крутится Джаггернаут и Зе. Хитсик от Темпларки. Ультимейт от Джаггернаута, хороший ультимейт. Убивает Римстолка. Пожимает Манту. Байбек от Лины. Идит. Да что делать? Как его тимах отпустит отсюда? У него баши есть. Сейчас будет Аегис. И надо Ораклу бежать срочно сюда. Ультимейт прожимает. Ой-ой-ой, станы получает. Минус АМ. Минус АМ, но у него есть байбек. 5 серия из 5 убийств. 5 убийств он сделал. Серию перевали, здорово. Спасибо за подписки, не могу посмотреть. Ураком бетчная. Отходить надо. Надо отходить, могут сейчас все поумирать. Ультимейт от Квапы. Ультимейт срочек какой прожимает Эмбер. Здорово все делает. Темплака начинает настреливать. Копают Эмбера. Эмбер успевает сделать пару грязных дел. Эпицентр, что происходит? И ула, кошмар, просто файт мечты. International 2020. Шок-контент, минус 2, байбек от Гримстроука. Здорово, атака продолжается. АМ, наверное, побежит дальше, АМ бежит дальше. Просто лопает Лину. Остается Джага, остается два героя всего лишь. Команды Силосвета. Но там была куча байбеков, было байбека от Гримстроука и от АМа. То есть, антимаг есть. Так. Нападают на Джаггернаута, Джаггернаут пытается... Крутилкой уйти не выходит. Надо ультовать, потому что не выживешь. Да не выживешь ты. Здорово, ультует. Убивать, наверное, Квапу все-таки. Вернее, Эмбер заходит в спину. Связывает всех. Подкоп от Санкинга. Пожимает свой ультимейт Санкинг. Байбек. Вот. БХ убили Эма. Эм все-таки отправился в таверну. Эмбер может, кстати, немного выиграть времени и поубивать всех. Поубивать. Сейчас прохнет Мейлсторм, может убить пару героев. Просто прохнет. Прохнет к ним Мейлсторм, все. Прохнет Мейлсторм. Мажет стан, как же мансанул он. Как божечка. Без байбеков умирают силы тьмы. БХ также.